Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать играть в прятки блоками. Смотрите, какой прикольный блок мне выпал. Окей, что же, пойдемте где-нибудь прятаться. У нас попалась, по-моему, новенькая карта. Да, ребята, наконец-то обновили прятки, и теперь тут очень много всего добавили. Я пока что не нашел никакого хорошего места, где бы можно было спрятаться, но надеюсь, сейчас найду. О, смотрите, мне кажется, вот здесь будет вообще идеально встать. А тут как раз не хватает этой доски, и поэтому все, ребята. Теперь-то меня 100% никто не найдет. Ничего себе, сколько здесь блоков бегает. Они не могут найти себе место, чтобы спрятаться. Ух, ладно, хорошо, что мне выпала эта доска, и я нашел это место. Вот теперь-то меня 100% никто не найдет. Эти охотники бегают где-то снизу, и... А им, по-моему, вообще на меня наплевать. Поэтому давайте запустим фейерверк, чтобы затроллить этих какашек. Так, самое главное, чтобы они не увидели, где этот фейерверк взрывается. О, ничего себе, тут блок листвы бегает. Чувак, ты что здесь делаешь? Ничего себе, он, похоже, тоже не знает, где спрятаться. О, еще один блок листвы. Интересно, куда это они все залезают? Не, я буду стоять на месте, потому что здесь очень крутая нычка. Ух ты, ничего себе, смотрите. Прямо на моих глазах убили бедного. Кто это такой, я не знаю. Блок, короче, уничтожили. О, еще листву уничтожить пытаются. Нет, листва, беги. Блин, ее тут... Тоже убили, пипец, конечно. Уже 5 охотников на карте. Но, кстати говоря, меня еще никто не нашел. Это хорошо, это прям вообще суперски. Смотрите, сколько здесь блоков валяется. Мне их жалко, конечно. Ой, так, осторожно, еще охотники бегают. Что вам надо? А ну-ка, проваливайте от меня. Только попробуй меня ударить. А, ничего себе, прямо около меня прошелся и не заметил. Да, ребята, это реально крутая нычка. Смотрите, я здесь очень хорошо вписываюсь, и меня никто не найдет. Даже вот этот зеленый какашка какой-то, да-да-да. Они тут все бьют, пытаются что-то кого-то найти. Знаете что, давайте-ка я сейчас запущу фейерверк и... Ничего себе, блок листвы нашли, бедный блок листвы. Мне вообще не хочется никуда уходить, я просто хотел сейчас найти какую-нибудь более крутую нычку, хотя я не знаю, что может быть круче этого места. Потому что его вообще никто не может найти. Ой, опять пробежались какие-то охотники. Не, ребят, я 100% буду стоять здесь. Но, возможно, когда они все куда-нибудь убегут, я схожу и постараюсь найти что-то более крутое. Вот, например, давайте пробежимся. Нет, я никуда не побегу. Смотрите, там блок этого тоже дерева, такой же, как и я, пытается убежать от кого-то. Давайте яички вот так вот активируем, и ничего не произошло. Вот это круто, конечно. Ладно, тогда давайте все-таки куда-нибудь убежим, наверное. Я не знаю куда, потому что... О, сколько же здесь этих охотников-то. Я вообще не понимаю, как мне куда-то перебраться. Потому что мне уже скучно сидеть на этом блоке. И я бы хотел куда-нибудь свалить. Например, вот куда-нибудь туда. Ладно, ребят, я рискну. И сейчас, как этот игрок убежит куда-нибудь, я побегу. Так, Стив, здравствуйте. Что вам надо? Ничего? Ладно, проваливайте от меня. Все, ребята, раз, два, три, бежим, бежим быстрее, вот сюда перепрячемся. Блин, какое-то отстойное место я выбрал. Не-не-не, нужно бежать дальше, например, куда-нибудь вот сюда встану. Да, все, меня никто не видел, хотя место здесь вообще какое-то отстойное, и мне кажется, меня здесь найдут. О, нет, только не это, пожалуйста. Ух, ладно, осталось продержаться еще минуту, 25 секунд, это, в принципе, немного, и самое главное, чтобы в мою сторону никто... Кто не приходил, а иначе мне не поздоровится. Прикиньте, осталось еще 6 игроков, которые прячутся. Ничего себе, мы, конечно, крутые игроки. Так, игрок, что тебе надо? Проваливай, давай, давай. Офигеть, конечно, ребята. Меня еще ни разу не нашли за эту
всю игру. Хотя прошло уже очень много времени, это очень круто. Осталось продержаться всего лишь 50 секунд. Ура, ребята, ну все, 100% я выиграю. Нет, нет, он меня нашел, отстань, какашка. Осталось очень мало времени, я хочу победить. Я 100% обязан выиграть, не зря же я сидел всю игру на одном месте. А, он бежит за мной, отстань, на тебе, какашка, получай, отлично, я его ударил. Главное, чтобы на мою сторону никто не побежал, и все будет хорошо. Где, интересно, все остальные охотники? Вот они, отстаньте, какашки, 20 секунд, давайте, мы обязаны выиграть, мы 100% обязаны выиграть. А, зеленый человек, опять он тут, ух, бежим, 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 ребята, 12 секунд, 12, просто секунд нужно продержаться. Нет, меня убили. Ой, только не это. Да как так-то? Я вообще расстроен, ребята. Как можно было проиграть за 5 секунд до конца игры? Ух, ладно, в следующей игре 100% выиграю. Ну что же, вот наша вторая карта. Я взял горшочек, потому что это наша традиция брать горшочек во второй игре. И что же, давайте уже пойдем куда-нибудь прятаться. Карта у нас вот такая вот двухэтажная. Это довольно хорошо, она очень большая. И думаю, я 100% какое-нибудь хорошее место найду, где бы можно было спрятаться. Вот, пока что я, наверное, буду его искать, так как на карте всего лишь один охотник, и он 100% мне ничего не сделает. Ничего себе, сколько здесь горшочков. Они тоже ищут какие-то крутые места, как и я, но, походу, у них тоже не получается это найти. Хотя, смотрите, вот здесь встал горшочек, и если я встану вот здесь, то все будет хорошо, мне кажется, да? Ничего себе, реально, очень даже хорошая позиция, мне кажется. Нас так 100% никто не найдет. Что здесь делают летающие овечки? Ладно, я тогда запущу фейерверк, чтобы затроллить этого охотника. Хотя он даже его не увидел. Это хорошо. О, к нам верстак прибежал. Привет, верстак. Ничего себе, он тоже пытается найти какое-то место, где бы можно было спрятаться. Ну, как-то у него не особо это получается, мне кажется, его сразу найдут. Не то, что меня, у меня-то крутая позиция, хотя главное, чтобы он меня не ударил случайно, так. Ух, отлично, ребята, он прямо около меня пробежался и не заметил. Хотя, знаете что, не, я не буду сидеть на месте, я пойду искать какое-нибудь еще более крутое место, может быть, где-нибудь вот в этой комнатке, хотя нет, здесь ничего хорошего нету. Горшок, ты чё, привел ко мне охотника дурацкого? А, блин, горшок меня подставил. Ребята, он привел ко мне какашку охотническую. Отстань. О, я его скинул вниз. Отлично. Давайте тогда хотя бы вот здесь где-нибудь спрячемся на первое время. Место, конечно, очень плохое, но смотрите, они даже в эту комнату не заходят. Если и так будет дальше идти, то я 100% выиграю. Ух, ребята, я уж испугался. Подумал, что сейчас опять проиграю. Смотрите, там книжная полка удирает от какого-то охотника. Надеюсь, она выживет. Бедная книжная полка. Ух, я на самом деле сам не знаю, как выжил. Это было очень страшно, но у меня получилось. О, там горшок убегает. Давай, горшок, беги быстрее, быстрее. О, еще горшок. Ничего себе. Разбегались, блин, какашки. На карте уже 13 охотников, а тут горшки бегают по карте. Что ж такое-то? Нет, ладно, я пока что буду стоять на месте, потому что реально в эту комнату никто не заходит. А, отстань, отстань, какашка, смотрите, он не понимает, что происходит. Он реально не понимает этого. Получай, получай, раз, два, три. Ребята, я его смогу? Нет, я не смогу его убить, поэтому валим отсюда на первый этаж куда-нибудь. Опа, блин, здесь еще больше охотников. Отстаньте, отстаньте все от меня, дурацкие какашки. Опа, прыгаем сюда, сюда, сюда. В общем, мы будем самыми настоящими паркуристами. Ничего себе, я что, убежал? Офигеть, ребята, я спасся. Меня, походу, все потеряли. Отлично. Только здесь очень плохое место. Мне кажется, меня очень быстро найдут. Поэтому вот так вот, опаньки. Ха, ничего себе. Вы это видели? Прямо около чувака какого-то пробежал, а он меня даже не заметил. Ладно, я встану пока что вот здесь, потому что не знаю, где еще можно спрятаться. Отстань, охотник дурацкий. Тут нету выхода. Мне пипец, ребята. Мне 100% пипец, если я сейчас вот так вот не сделаю.
Опа! Видали, он даже ничего не понял пока. Ничего себе, вот это мы обхитрили. Лошару прыгаем вниз и встаем вот здесь. Отличная тактика. Ой, он здесь. Он десантировался прям за мной. Отстань, дурацкий охотник. Что он ко мне пристал? Это самый приставучий охотник, который мне попадался. Он вообще от меня не хочет... А, нет, ребят, я проиграл. Но зато я занял первое место. Прикиньте, все-таки первое место я занял. Хоть и победили охотники, но все равно я выиграл. А, да, поэтому на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!